Всем привет, меня зовут Александр Езиненко, я писатель-рассказчик, и этот отрывок я назвал «Молчаливые». Молчаливые деревья. С мольбами о внимании, горделивым сожалением взирают по осени со всех сторон. Стоит оказаться на дороге одному, как сразу чувствуешь на себе эти вздыхающие мокрые взгляды. С осуждающим любопытством смотрит на тебя своими оголенными кривыми ветками. Обвиняет в своей увядающей красоте сквозь поредевшие кроны. Им стыдно. Стыдно, что наконец видны крючковатости и неровности их натуры. Все их секреты, что так ловко удавалось скрыть под пестрыми нарядами безвольного лета. Теперь старость выставила их на показ, сказала правду. Они морщатся и вздыхают, впадая в осеннее уныние. Пепельно-черные грачи никогда не приносят им успокоения, да это и не про них. Они лишь издевательски садятся на их худые кости и смеются во весь голос. «Караул! Страхолюдин! Караул!» Молчаливые делают вид, что их не слышат. Это неправда. Мы не такие. Мы не хотим умирать. Как будто совсем позабыли, что там, за краем зимы, они снова проснутся молодыми.